Друзья, всем привет. Как помните, в прошлом выпуске я перезапустил спаун здесь. Черт, он меня засек. Я не знаю, как это произошло. Как помните, я перезапустил спаун в игре. Мы продолжаем играть в Ark Survival, продолжаем разбираться с модификацией Eternal. Прилетел сейчас к Вивернам, посмотреть, что здесь происходит. И смотрите, что у нас здесь с вами есть. У нас грифон 600 уровня. Прайм Виверна 520 уровня. Ну, там Аргентавис, это ладно. И вот там вот чуть дальше, грифончик, пожалуйста, не атакуй меня. Слишком близко к нему подлетел. Или он просто ко мне подлетел. И вот там у нас с вами Eternal Альфа Дракон 540-го. Ну и еще там Аргентавис, но это неинтересно. Так, секундочку, у грифона у нас с вами 2 миллиона 659 тысяч оглушения. И вот какой вопрос, у меня в Виверне ядовитый есть, как это называется, трекер или нет? Я сейчас смогу ее сюда призвать? Давайте посмотрим. Давай-ка раз. Да-да-да, у меня все есть, все нормально. Наверное, возьмем все-таки с вами ядовитую Виверну, потому что мне кажется, она поменьше урона наносит. И я сразу хочу в этом выпуске приручить себе Прайм Грифона, потому что он у нас один раз был, или... Я даже не помню, он вроде как, кажется, в кадр попадал. Я не помню, что произошло с моим Прайм Грифоном. Может быть, я именно на нем умер, приземлившись где-то. Может быть, это был Альфа Грифон, честное слово, не помню. Каким макаром я его тогда потерял? Так... Он побежал, нет, все нормально, он приземляется. Там скорпион ядовитый, не-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 не. Шел вон. Это ядовитый скорпион, тоже его усыпляем. Дракончик. Наверное, сразу давайте закинем сюда прайм мясо, пускай приручается, я надеюсь, что все будет нормально работать. Так, дружище, еда у тебя убрана, прайм мясо, где у него прайм мясо? Вот, прайм мясо. Приручается с двух кусочков. Замечательно, 100% эффективность. Я у тебя забираю прайм мясо, наверное, и отсвечу тебя. И полетел домой. Сейчас прям сразу сходу всех с вами приручаем. А потом уже будем тестировать, кто из них что может. Потому что вот это для меня на самом деле было, ну таким, я не знаю, небольшим подарком от игры. Не нужно ничего летать по полчаса искать. Просто прилетел сюда, шлеп. А здесь все заспаунились. Ну, наверное, стоило давно на самом деле перезапустить спаун. Потому что я уже давно заметил, что что-то ничего интересного не спаунится на серваке. Но как-то все руки не доходили. Так, дракончик тоже засыпает. Я не знаю, можно будет его эволюционировать во что-то или нет. Мы это с вами проверим. Секундочку, где у меня? Вот у меня мясо для альфачей. Нормально, та же самая история. Забираем мясо. Тебя отсвистим, отправим тебя, наверное, на крышу. Нужно будет, кстати, крышу достроить. И прайм виверна от нас улетела. Улетела куда-то сюда. Секундочку, где она? 520-я? Ну, в принципе, не страшно. Можно было бы попытаться поискать и повыше уровнем, но мне кажется, нам и такой хватит. Там очень много диморфодонов, я думаю, что на нее не должны нападать, в принципе. Опять же, уснуть она у нас должна там максимум в 2-3 выстрела. Главное не перестараться и не сбить ей эффективность. Можно на самом деле просто укусить. Я думаю, что просто укусить достаточно, да? Все, она уснула, полетела вниз. Летим за ней. На земле. Давайте Аргента тоже усыпим. Хотя, если не ошибаюсь. Опять какой-то Evil Dread Moth. Видите вот эту вот надпись? Я ее уже один раз встречал. Какой-то Evil Dread Moth пришел для того, чтобы забрать своих жертв. Я не понимаю, что это такое, где эта штука. И я не знаю, я ни разу не встречал. Это уже третий раз, когда я вижу эту надпись. И до сих пор не встречаю это существо. Может быть, найдем. Сейчас я полетаю здесь кругами, посмотрю, может, оно действительно где-то здесь заспаунилось. В тебя закидываем два куска. Я думаю, что нет, недостаточно. Хорошо, закидываем еще кусочек. Вот, отлично. Та же самая история. Летишь, наверное, теперь ты в холм 2 летишь. Ну, чтобы не было столпотворения в одной точке, чтобы потом полегче было разгребать. В тебя... А ты какого уровня у меня, Аргент? 500-й ровно. Ну, опять же, я думаю, что парочку хватит. Давай, приручайся. Не нужно глючить, пожалуйста. Я не помню, у нас с вами Аргентавис вообще есть такой альф или нет? Мне кажется, нет. У нас Аргентавис только электрический, и все за все время. Да, кажется, только электрический. Тоже летишь домой. Мы с вами, наверное, сейчас... А, у меня там еще птерчик на горе стоит. Мы, наверное, сейчас с вами здесь сделаем кружочек, посмотрим, что здесь происходит. О, Виверна сидит просто так. Ты обычный Виверна? Да, это, походу, обычная грозовая. Так вот, мы сейчас с вами сделаем здесь кружочек, посмотрим, может быть, что-то еще интересное заспаунилось. Потому что, видите, вот прям сразу сходу три существа, которых у нас с вами не было. Ты тоже летишь на крышу. И заодно поищем этого Evil Dreadmoth'а. Dreadmoth. То есть, ну, это как бы... Я даже не знаю, что это такое. Это мотылек? Нет? Moth. То есть, в принципе, так и написан, как мотылек. Но, может быть, и не мотылек.
И благодаря чему он появился? Благодаря тому, что я забил, кажется, Диморфодона. Давайте кружочек здесь сделаем, посмотрим, может, все-таки получится найти. Плюс, может быть, какие-то еще интересные существа заспаунились. Я на самом деле прилетел совершенно не для этого. Я хотел так немножко погрызть всех вокруг, посмотреть, то есть погрызть их трупики, посмотреть, что будет происходить. И в итоге, на самом деле, просто заметил одно существо, второе существо, призвал себе своего птерчика и начал записывать выпуск. Волк. А может, зря я это делаю? Какого уровня волк? А, нет, 220-й маленький. Прайм Карнотавр, это нам с вами не интересно. Это добро у нас есть. Ты кто такой? Ты кто такой? Подожди. Стоп. Подожди. Может быть, это он и есть? Может быть, этот Дредмов? Давай-ка приземлимся вот здесь. Похож на скального Дрейка, честно говоря. Но я не понимаю. Elemental Lightning Corrupted Rock Drake. Элементальный Рок Дрейк молний, пораженный. Есть оглушение. Отстань от меня. Просто отстань от меня. Сейчас мы его усыпим. Все хорошо. И то же самое с Рок Дрейком. Ты посмотри, как он отвратительно выглядит на самом деле. Ребят, засыпаем. На меня вроде никакие негативные эффекты не накладываются. А этот Рок Дрейк не хочет засыпать. А нет, вроде нет, набирается у него оглушение, хорошо. Но сколько у тебя оглушений всего? 3 881 тысяча. Я набрал, ну то есть набил 2 миллиона 600. Такое бывает с модифицированными Рок Дрейками, не обращайте внимания. Это абсолютно нормально. Давай, засыпай. Отлично, он засыпает. Да, он небольшого уровня, но он очень странный. Такого раньше не спаунилось. Я не знаю, был ли он раньше в модификации, или это как раз что-то новое добавленное. Какого-то уровня, самочка. Я не вижу, какого на уровне, подожди. А, 680-го. Я что-то перепутал, она 680-го, она очень мощная. А может быть, ты вот этим приручаешься? Отлично. Она приручается альфа-мясом. 100% эффективность. Это просто жесткач какой-то. В прошлом выпуске, вчера, я никак не мог найти никакое интересное существо для выпуска, поэтому пришлось закончить на том, на чем мы с вами закончили. А сегодня игра решила мне подарить интересных существ. Это круто. Здесь у нас с вами гигантозавр. Ядовитый паучок. Ядовитый аранео. Но он маленький, 180-й, мне такого неинтересно приручать. Я хочу молний и, естественно, высокоуровнево. Альфа-виверна 540-я. Нужно приручать. Я думаю, что их исправит. То есть с ними все будет хорошо, ну или как-то переработает потом. Давайте просто приручим, чтобы была. Потому что та, которую мы с вами приручили в прошлый раз, она очень низкая по уровню. Хотелось бы что-то посерьезнее, естественно. Ну, пожалуйста, засыпай давай. Давай, засыпай, камон. Все, хорошо, полетело вниз. Я надеюсь, что этот газ на нее сейчас не будет агриться. Нет, он хочет на нее согреться, ты посмотри. Агрессор чертов. Сейчас бегаться с вами тоже быстренько усыпим, чтобы не мешался. Там вообще на земле, я смотрю, еще и Тиранос вроде. Тоже нужно от него быстренько избавиться. Все, хорошо, Пегаса усыпили. Это же и Тиранос такой. Да, это просто и Тиранос. Я предлагаю еще немножечко подкачать на самом деле урон Виверне, это раз. Во-вторых, давай-ка мы тебя отвлечем, потому что тебя очень неплохо так просадили. Есть. И еще раз и по Ютиранусу жахнем, все-таки сейчас должно больше урона всекаться, больше оглушений идти. Засыпай. Ну. Есть, все, засыпает, хорошо. Аргент. Туда же, нужно всех убирать, нужно абсолютно всех здесь убирать, иначе у нас будут проблемы. Все, Карнотавр убрали, всех убрали, быстренько сейчас приручаем с вами Виверну. Просто чтобы была. Секундочку. Забираем у тебя молоко, забираем у тебя это дело. Виверночка. Что у тебя происходит? Ну-ка покажи. 48%, 72,7%. Нормально сейчас приручиться. Но здоровья у него, мне кажется, мало, 700 тысяч всего. Просто приручает для того, чтобы была, потому что, возможно, там в будущем что-то с ней сделают. Как помните, раньше можно было ее эволюционировать, теперь эволюционировать нельзя, это убрали. Что-то я на корточках. Теперь нельзя этого делать, очень досадно. И, в принципе, подожди, это мантикора или дракон? Кто ты? Элементальный ледяной дракон. Нет, ледяных приручать нельзя, хорошо. А вот там у нас с вами элементальный ядовитый дракон. 580-й. А вот такого у нас с вами не было. Так, все валим отсюда, отстали от меня. Вот такого у нас с вами дракончика не было. Сейчас мы его с вами тоже приручим.
Я так понимаю, что при помощи него можно будет приручать других существ? Давай быстренько куснем его и в сторонку попытаемся оттащить. Так. Вива, иди нафиг. Хорошо, что по мне не задевают. Секундочку, я его что, оглушил, что ли? Тихо. Да, оглушение 101 миллион. 1 миллион мы его оглушили. Я вижу там спинозавра, но надеюсь, что все будет хорошо. Нам с вами буквально нужно тут прямо чуточку к нему подобраться. Давай. Давай, пожалуйста, раз. Хорошо, держи тебе раз. Приручается. Принять. Окей. Стоять. Летишь на крышу. Все. С приручениями закончили. Полетели всех тестировать, но приручали с вами бешеное количество. Все, отправился. Сейчас быстренько здесь этого рекса загрызу. Что, видишь, него, может быть, что-то полезное выпадет. Не, не вижу я здесь ничего полезного в нем. Хорошо, полетели домой. Это просто праздник какой-то на самом деле. Столько существ в начале выпуска. У меня такого ни разу не было. Есть, отлично. Это ядовитый дракон. Альфа Виверна нам не интересна, потому что мы знаем, что она может делать. Мне ничего такого нету. И секундочку, что я вот туда призывал. Здесь у нас с вами стоят рапторы. Еще одна Прайм Виверна. Здесь, а также змея наша. Это все нужно растаскивать. Все, окей, я, получается, сейчас абсолютно всех раскидал. Вот мой суперский мегатерий. Я могу на тебя выбраться отсюда? Кстати, да, суперский мегатерий. Держи тебе, естественно, сейчас трекер, хорошо. Дальше, в первую очередь, кого я сегодня приручил, это вот этот грифон. И именно его я, на самом деле, хотел приручить, все остальные просто пошли уже следом. Но к ним мы перейдем с вами немножко попозднее, потому что все-таки я хочу его протестировать. Есть у него одна особенность, то, что он может как бы запихивать под землю как раз существ, давать 3 миллиона здоровья. Немножечко тебя сейчас отвлечем, а у меня бутылочки с опытом есть вообще, вообще шикарно. На тебе такую бутылку, на тебе вот такие хилки, пускай будут они пока что. И скорость передвижения. Я бы хотел все-таки 120% сделать. Ну-ка еще раз. Во, теперь нормально летит. Нормальное ускорение, то есть не чрезмерное, при этом достаточно быстро. Я бы даже на самом деле еще с десяток подкачал. Мне кажется, маловато. Вот тебе еще 10% и давай урон в ближнем бою. У нас, как помните, было 70 тысяч удар при пикировании сверху. Давай сейчас протестируем, сколько теперь будет. 200. Интересно, насколько теперь серьезно можно раскачать в этом плане. Я думаю, что стоит сейчас его качнуть, потом слетать в пустыню, попытаться ударить какого-нибудь крабоида. Таким образом мы сразу ему вольем прям огромное количество опыта, и можно будет раскачать его довольно-таки сильно. Следующий момент. У меня вот здесь вот исчез спаун виверн. Нет, появился, нормально. Нужно было просто перезапустить спаун, и все виверны появились по новой. Шикарно. Жалко, что все-таки трупы исчезают. Я вот этой фишки до сих пор не понимаю. Кстати, если знаете, почему... Почему это происходит, напишите в комментариях, было бы очень полезно. То есть я всегда это думал из-за того, что, ну как сказать, слишком большая скорость пролета, но мы же труп не собираем. То есть он просто вот трупик раз и исчез в никуда. Просто дезинтегрировался. Даже не то, чтобы трупик исчез, убийство не засчиталось. То есть не пришел опыт, ничего не произошло. Просто раз, и у нас ничего нету. Ни виверны, ни опыта, ничего. А так, в принципе, урончик хорош, 200 тысяч. И если не ошибаюсь, мы сейчас с вами должны были его очень неплохо качнуть. Ну-ка давай посмотрим, еще 42 уровня, то есть продолжаем качать урон. Скорость просто запредельная, ну-ка. Мишань, почему 72 тысячи? Не понял. Почему 72 тысячи должно было быть гораздо больше? Очень сложно на самом деле попадать такие, по таким целям. 230, того 300, маловато. Нужно еще больше. Полетели с вами сейчас, естественно, в пустыню, попытаемся гробоида забить. Да, скорость не самая лучшая, но в принципе ладно, сойдет. Так, я вижу гробоида. Секундочку. Во-первых, давай все-таки богомола. Посмотрим, что из этого получится. Все-таки с альфачей должно быть нормальное количество опыта. Еще 9 уровней, продолжаем качать урон. Гробоид был где-то здесь только что, вот он. 200 тысяч. Там здоровья, сами знаете, не так много. Главное, чтобы он не мог меня ударить. Главное прилетать настолько быстро и ударять его, чтобы он не мог. А, все, отлично, мы его забили, 600 тысяч урона. Но не получили опыт. Странно. Почему-то некоторые существа не хотят с них получать опыт абсолютно. Ну давай вылезай. Ну а теперь... Может быть я слишком далеко был? Да, я просто был очень далеко. Давайте все-таки 150% ему скорость передвижения. Еще немножечко здоровья, ну там 4 миллиона пускай будет. Есть. И что у нас там с вами по уровням? А здесь даже не пишется, сколько я уровней уже вложил. Почему-то у некоторых пишется эта штука, а у некоторых нет. Неплохо. Во. Вот теперь нормальная скорость.
300, 400, ну 400 тысяч примерно урон. И вот она продолжается проблема. Я лечу прям, ударяю сейчас Скорпиона, Богомола за Богомолом, и смотри, что происходит. Раз и нету. Почему? Ну почему так? Я просто не понимаю. Я так и не выяснил, столько времени играя, так и не выяснил, почему это происходит. Какой-то древний-древний баг Ark Survival. У многих существ такая фигня происходит. У тех же, ну как они, не знаю, тирексов, гигантозавров, тоже такое бывает. Грызешь, клоп исчезло, и все, в никуда. Даже в стандартном ванильном арке такое происходило. Нет, ну так, в принципе, неплохо, но не фонтан. Мне интересно, а могу ли я его, например, проэволюционировать во что-то? Потому что у меня же есть зелье эволюции. Секундочку, давайте взлетим наверх. Это что, крапоид здесь на горе? Это крапоид на горе заспавнился, ты прикинь? Так, быстренько взлетаем сюда в горы. Давай, садись. У меня с собой есть, по идее, зелье эволюции, потому что оно с кого-то выпало уже очень давно. Это что такое? Это уменьшающее зелье. Подожди, нужно его найти. Инфернальное зелье. А я могу сделать его инфернальным? Подожди, я тебя проэволюционировать могу? Обалдеть. Так, секунду, дай-ка я тебя все заберу, но годное, нужное. То, что мы с тобой насобирали. Все остальное оставлю тебе. Я могу сделать из него инфернального грифона? Он у нас сейчас 1200 уровня. Посмотрим, какой будет уровень. Вообще, станет ли он сильнее или что с ним произойдет. Неплохо. Он получился таким сиреневеньким. Примерно как и панда. Это самое. Мегатерий панды. Я хочу посмотреть. 2 миллиона 300. У меня опыта нету, да? Все бутылки я сейчас потратил на тебя. То есть на предыдущую твою версию. А вот что может делать инфернальный? Хорошо. Подожди. Не нужно. Убери. Мне кажется, обычный Prime Грифон ничего не умел. То есть никаких выдохов не было, ничего. Здесь он может хватать. CX, Control, O, тоже ничего. Но, может быть, ты можешь поджигать. Оу. Слушайте, а он быстрее. Мне кажется, он прям сходу быстрее. Плюс 50 тысяч урона, но он поджигает, да? И поджигает. Ну так, неплохо, в принципе. Могло бы быть и лучше, и сильнее. Но вполне себе так неплохо. Урон. Урон. Не заметил я, какой урон. Давайте ударим с вами вот этого быстренько альфача. 139 тысяч по богомолу. Нормуль. Минус 600 богомол. Так, секундочку. Ну и сюда. По идее, богомолу может быть от горения какой-то дополнительный урон идет. Не знаю. Давай-ка вкачаем тебе еще немножко опыта. Вроде пищи у меня нету для тебя. Нет, ничего такого нету. 153 уровня. Ну давай, естественно, сразу тебе, наверное, все-таки здоровье. 6 миллионов. Хорошо. Скорость передвижения. До 20%. 120. Есть. Нет, ну он прям сразу быстрее. Ну нет, он прям гораздо быстрее. Но это прям сразу невооруженным глазом видно, что он быстрее, чем Prime Грифон. Гробоиды. Вы где? Блин, сложно целиться, зря вкачал скорость. Реально стало сложнее. 260. Немножечко еще урона. Сейчас гори. Есть, хорошо. Опыт не получили, досадно. Непонятно почему. Видимо, просто не каждый раз, не с каждого гробоя это получается. Может быть, отлетать от него нельзя, может быть, еще что-то. Может быть, нужно вот так вот рядом с ним находиться и бить его постоянно. Тихо. Бьем. Во! Теперь нормально с вами получили опыта. Кстати, первосортка. Первосортка нам нужна. 1900. 148 уровней. То есть я предлагаю сразу еще 100 уровней вкачивать. Ну что ты идешь ко мне? Иди отсюда нафиг. Естественно, на земле мы мало урона наносим. Но это так, плевать. Сейчас мы тебя подкачаем, подожди. Вот это действительно классно. Слушайте, вот на нем уже можно летать, сражаться. Это самое быстрое существо, во-первых, сейчас получается. Самое, ну как бы, самое сильное, реально самое сильное. Конечно, проблема вот с этим то, что существа некоторые уходят куда-то там в небытие, она остается. Но его скорость перемещения, она просто запредельна, блин. Зря прокачивался, зря прокачивал скорость передвижения. Теперь нужно просто приноровиться к этому делу. Потому что уже не знаю, сколько у меня не было грифона. Месяц не летал нормально на грифонах. Руки забыли. 400 тысяч урона, неплохо. Сгорел? Да, сгорел, шикарно. Кстати, можно таким образом прям очень быстро забивать гробоидов, очень быстро находить и фармить с них мясо. Это даже лучше, чем получается на этом самом баране, потому что баран просто медленнее. А так смотри, раз, забили, мясо получили. Все, хорошо. А, интересно, смогу ли я на тебе забить какого-нибудь инфорсера? Полетели сейчас в Красный лес, там должно их в большом количестве спавниться, и попытаемся кого-нибудь из них забить.
Я только что обратил, что у него есть одна важная особенность. Смотри. Ладно, сейчас этого на них не видно. Давайте подлетим к Диморфодону. Смотри, что происходит. Я так понимаю, что мы их просто жгем тем, что находимся рядом с ними. То есть, как, например, вот такие прайм ядовитые или молнии, они усыпляют. Вот такой элементальный, он их просто ждет вокруг. Ну, можно посадить лису, и вокруг него все будут загибаться, и не знаю, получать с них всякие ресурсы будем. Так, подожди. Я смотрю, что обнаружил. У нас с вами с этих диморфодонов огромное количество сердец на самом деле выпадает. ДНК по 2-3 штуки. Ну, то есть их на самом деле можно фармить для того, чтобы как раз это дело все получать. Кстати, огненный птерчик. Я давно хочу приручить просто, чтобы был. Секунду. Вернись, пожалуйста, лицом. Просто в коллекцию. Не попал, зараза. Да как так-то? Не надо его жечь. Я тебя прошу, сжечь его не надо. Чит такой, реведжер. Альфа. Плевать. Окей, сжечь его не нужно. Быстренько закидываем сюда. Да баранинку, господи, не будем на него классное мясо тратить. Он сейчас очень быстро приручится. Опять же, он очень маленького уровня. Мне просто для коллекции, чтобы стоял там на полочке. Все, окей, он приручается. Забираем все это дело и отправляем тебя домой. Вот они где. Смотри. Они на деревьях спаунятся и сидят на деревьях, как эти самые, как они, сумчатые львы. Подожди, подожди, подожди. 2 миллиона 73 тысячи 6 миллионов оглушений. Я не знаю. Я смогу тебя забить? Я надеюсь, что смогу. Да не, в принципе, это не сложно. Это я его ударяю без разгона. 271 тысяча. Я просто не хочу его забить, в плане так, чтобы он у меня куда-нибудь по текстуру летел. Я хочу просто его забить ударами своими. Так вот аккуратненько. Потом съесть тушку и посмотреть. Глядишь, может быть, действительно из него что-то получится. Изучена инграмма, все экстиншн инграммы изучены хорошо. Съедаем тушку. Говорили, что может заспауниться что-то офигенное. Но не повезло. А что мы сейчас с него еще получили с вами? Немножко опыта, кристальную кирку, а может быть даже нет, это не с него. Ну просто немножко, понятно, электроники, элементальной пыли. Не, ничего интересного. Значит, нужно еще искать. Понятно, где они спаунятся. Они спаунятся на чертовых деревьях. Нужно быть внимательным. Ну что, я там еще на самом деле минут 10 полетал, поискал, что-то как-то не везет. Нужно ждать, может быть, еще заспаунится. Но на самом деле вот этот грифончик — это просто дикая машина смерти. Я предлагаю на этом сегодняшний выпуск завершить. Мы с вами приручили огромное количество существ. Можно было бы сейчас продолжать, конечно же, их всех проверять. Но я предлагаю это перенести на следующий выпуск. Продолжать будем в нем. Он будет, естественно, завтра. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.